страна, я к вам приехала специально из другого города, из города Мариинска, это в Кемеровской области. И у меня для вас такой вопрос. Если бы вы не занимались своей профессией, где вы себя, в чем видите? Ой, я была бы врачом. Моя мама все время говорила, что ты такая беспощадная, ты такая непременно добрая. Я бы так хотела быть врачом. А каким? А выходит человеку плохо, пахнет там, с чем скрыть. А если он вдруг будет умирать, утешит. Я бы так хотела встретиться с такой женщиной, как я. В конце концов, видите, наверное, вас всех учу. В смысле, я вас всех учу. Ну, надо быть сочувствующим. А еще небольшой вопрос. Что для вас счастье? Счастье? Ну, все-таки кого-то любить. Не только своих родственников, но и себя. Не только там каких-то своих внучков. Каких-то хлебобот. Спасибо большое. Даже если вас никто не любит, но вы хотя бы любите кого-то. Будьте счастливы.